Он составил словарь чувашского языка, целых 17 томов. В Ядрине, в доме, где родился языковед Николай Ашмарин, откроет музей. О том, что такое решение принято, сообщили сегодня. Кроме того, к реставрации подготовит еще 8 объектов по всей республике. Сейчас здание бывшего городского училища, а теперь Алаторского краеведческого музея, выглядит вот так. Обновленный фасад и внутренние конструкции. Тоже и с музеями в Мариинском Посаде, Ядрине, Козловке. Всего за 3 года в Чувашии преобразился 21 объект культурного наследия. У нас в республике 683 объекта культурного наследия. Из них 221 – это объекты культурного наследия федерального значения. В республике действительно выстроена системная работа по сохранению этих объектов для того, чтобы они в таком хорошем состоянии доходили до следующих поколений. Только в этом году на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия из различных источников было направлено 179,6 миллионов рублей.